Друзья, добрый день! Рада вас приветствовать на нашем канале «Переезд Краснодара в Краснодарский край». Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс». Сегодня мы с вами находимся в ближайшем окружении города Краснодара. Будем смотреть станицу Новотитаровская. Дом 2017 года постройки, на земельном участке 7,5 соток. Хорошая площадь для этой станицы. Дом с ремонтом, с наполнением по мебели, с садом. Стоимость объекта у нас будет составлять 12 миллионов 500. Смотрим с вами инфраструктуру, сейчас расскажу, и подъездные пути, хорошая грунтовая дорога, быстрый выезд на асфальт. Что касается самой станицы, то по инфраструктуре здесь все у нас в наличии: школы, детские сады, пожалуйста, поликлиника, досуговые всякие мероприятия, магазинов тоже вполне достаточно, рынок. В общем, такая станица кипит, бурлит, ну и в целом это уже фактически город. Все, ждем, когда по генплану кусочек Динского района откусят в виде станицы Новотитаровской и прицепят ее городу Краснодару. Ориентируемся на ближайшие большие такие заведения здесь, на баскет-холл, а также на торговый центр «Красная площадь», а там же рядышком Леруа и Бау-центр. В общем, все, что хотите, и метро большой, магазин продуктовый. В общем, все здесь рядом. Фактически мы чуть-чуть и в городе, да, скажем так. Смотрим с вами придомовую территорию, красиво посажена. Растения, лаванда. Здесь прямо очень много лаванды в этом доме. Прям хочется ее понасобирать и понаплести всяких вкусно пахнущих штук, да, там положить в шкафы. Прям такое есть, знаю, у людей такое увлечение. Заходим с вами на участок. Смотрите, у нас опять дом расположился внутрь участка посерединке, и вот красоту навели именно на придомовой территории, вот прям перед домом. Клумбы выделены фигурные. Туи посажены вдоль забора. Забор у нас порядка 17 метров здесь, ширина фасада. И хороший участок по площади. Ну, 7,5 соток на сегодняшний день. Ну, какая лаванда бесподобная, да? 7,5 соток на сегодняшний день, конечно, это хорошая площадь, достаточная для станицы Новотитаровская, потому что вся новая застройка режется 4-5 соток, 6, это мы уже радуемся. А здесь у вас и домики новенькие вокруг, и хорошие широкие подъездные пути, и площадь участка тоже хорошая. В бетоне все у нас перед домом, площадки, заезды под машины, много машин здесь можно расположить. Перед домом расположился огромный навес на металлическом каркасе, сверху у нас крыша накрыта поликарбонатом частично, профлистом, в общем, такой прям хороший капитальный навес. Тоже здесь 3-4 машины встанут достаточно свободно. Сейчас мы с вами оглядимся с этой стороны и пойдем уже на участок, потому что очень хочется уж рассмотреть, что там у нас есть. Газ. Давайте с вами посмотрим. Счетчик у нас присоединен. Ну, по отступам, да, сейчас тут начнутся у нас комментарии. В целом, когда объект у нас зарегистрирован, право собственности получено, застройщиком при строительстве все необходимые документы соблюдены, с домом уже, друзья мои, ничего не случится. Поэтому беспокоиться по этому поводу не нужно. Тем более, право собственности было зарегистрировано достаточно давно, в 2017 году. На участке у нас по коммуникациям. Давайте пройдемся, пока идем на участок. По коммуникациям у нас здесь все центральное. Газ, свет, вода. Свет 15 кВт, 3 фазы. Вода центральная, а также есть скважина для полива на участке. Газ сетевой, сказала. Канализация септик, септик переливной. Навес. Также обратите внимание, что он у нас не только перед домом, а также и вот буквой такой Г-образной он у нас заходит с правой стороны дома. Ну что, перекатились мы с вами на участок. Ну, такие виноград нас встречает с правой стороны. Металлический каркас у него сделан, чтобы лоза плелась. Даже когда это все заплетается, всегда это очень вкусно. Не только вкусно, да, но и красиво. Обратите внимание, вот эта бетонная залита. Это не отмостка такая широкая, это залито место под террасу. Поэтому там террасу, баню, собственники говорили, по планировке хотели строить, поэтому кому интересно, уже хозяин поподробнее расскажет, какие закладки по коммуникациям делались и на что рассчитано. По левой стороне, давайте смотреть, у нас тут насажена клубника, малина, смородина, виноград мы с вами посмотрели. Также у нас тепличка есть небольшая,
поликарбонатовая, тоже приятно, да, особенно зелень зимой из нее таскать, когда в магазине непонятно откуда. Из деревьев у нас сидит груша, яблоня, две черешни. Ну, по кустарникам сказала, еще раз повторюсь, смородина, виноград и малина. В общем, в целом, не такой участок у нас есть. Казалось бы, что такое 7 соток, а 7 соток, даже 7,5 соток, да, 7,5 соток, это достаточно хорошо. Дом по техническим характеристикам мы не прошли, у нас 100 квадратных метров, общая площадь жилого дома, по коммуникациям сказали, у нас все центральное, дом у нас на ленточном фундаменте, 80 сантиметров лента, цоколь, плита. Далее у нас идет строительство внутренней стены. Внутренняя стена у нас парамакс, сверху облицовочный кирпич. Крыша накрыта металлочерепицей, фронтоны подшиты профлистом, сделан водосток. Далее мы, друзья, будем переходить с вами к осмотру самого жилого дома. 100 квадратных метров нам рассмотрели. Давайте начнем, как обычно, с планировки. На входе у нас просторная прихожая 6 квадратных метров. С правой стороны расположилась жилая комната 16,3 квадратных метра. Далее прямо по курсу еще две жилые комнаты 15,2 квадратных метра. С левой стороны кухня-гостиная 27,3 с выходом в котельную 8,8 квадратных метров. Ну, там такая у нас котельная кладовая, сейчас посмотрим. Далее из прихожей у нас идет второй холл. И оттуда в правую сторону у нас идет площадь санузла 4,8 квадратных метров. Обратим потом внимание, что у нас кухня-гостиная с эркерными комнатами. Такие, да, фигурные. Там все у нас удачно может разместиться по мебели. Но в целом планировка у дома хорошая. Комнаты жилые хорошие. Знаю, для многих это очень важно. Давайте будем уже проходить, смотреть и осматриваться изнутри. Ну, смотреть, какое наполнение по мебели. Наш бюджет 12500 у такого дома остается. Смотрим с вами прихожую. В прихожей у нас на полу лежит плитка, стены оклеены обоями, установлена с правой стороны сама прихожая, огромнейший шкаф-купе с зеркальными вставками, такая целая полноценная система для хранения. Там, где у нас плиточка по первой прихожей, по второй, там, где в целом плитка, у нас будет теплый пол. Далее мы здесь разделись в первой прихожей, я ее так называю. И далее мы уже переходим в основную часть дома. Люблю я такие планировки. Ну, может быть, это моя такая особенность, вот чтобы вещи, одежда, сумки, обувь, все осталось где-то в начале, а вот в дом, чтобы ничего не тащилось. Вот мне всегда это очень импонирует. Далее у нас холл, и из холла у нас идут разные помещения. Потолочек здесь у нас натяжной матовый, под осветительный прибор люстра. Установлено много межкомнатных дверей. Вот этот момент по планировке тоже кому-то нравится, кому-то не нравится. Но в целом ощущение складывается, что много помещений в доме есть. В левую сторону мы с вами пошли. Здесь у нас расположилась кухня-гостиная 27,3 квадратных метра. Напомню, площадь ее составляет достаточно большой кухонный гарнитур. Плитка черная, да, вот эта плитка под рабочую стенку. Она у нас на полу. Тут же у нас дальше идет переход вот в эркерную гостиную, там, чтобы у нас расположилась зона отдыха. Потолок смешанный. Здесь у нас и гипсокартон с точечными светильниками, подвесной потолок, и внутри вставки матового натяжного потолка. Смотрится все хорошо, красиво. Очень хочется мебель расставить, шторы. Всегда не хватает штор, да, каких-то таких ярких акцентов. Сплит-система, обращайте внимание, установлены розетки для телевизионной зоны. Сделано дополнительное освещение над зоной, барную стойку, да, сюда можно вынести. Кухонный гарнитур Г-образно стоит возле двух стен. Установлена у нас сварочная панель, духовой шкаф, вытяжка. Также у нас там спряталась посудомоечная машина. Все это остается при продаже. И вот место под холодильник, да, вот здесь с левой стороны под ящиком, если кто не нашел. Ну, в целом, если вдруг захотите большой холодильник, это тоже там все решаемо. Вот сюда у нас 8,8 квадратных метров. Вот такая полноценная, огромная котельная-кладовое помещение. Полки здесь уже установлены, ящики есть, отопление вынесено. Сюда у нас выход на участок. И, кстати, вот если оттуда выйти, то как раз будем попадать на залитую площадку. Помните, там бетон был? Двухконтурный котел у нас здесь установлен, чтобы на кухне не мешал. Все, как мы любим. В
входной фильтр на воду, розетки, ну, система теплого пола. Котел у нас двухконтурный, работает на отопление и на горячую воду. Лаз на крышу тоже, надеюсь, заметили. Да, там тоже можно оборудовать хорошее место для хранения, а может быть даже и какое-то жилое помещение, если вдруг оно надо. Там достаточно высокий конек. Далее с вами выходим и будем осматривать следующее помещение. У нас с вами к осмотру жилые комнаты. Давайте смотреть первую жилую комнату. 15 квадратных метров. Две у нас будут комнаты примерно одинаковые по площади. Ламинат лежит на полу. Стены оклеены обоями. Потолки здесь у нас натяжные матовые. Подосветительный прибор люстра и установлено дополнительное освещение. Там, где должна быть зона изголовья у кровати, вот такие светильники. Розеточки сделаны с двух сторон. Шторы все уже повешены здесь. Вот как только появляются шторки, вот это вот цветовое пятно, такие цветовые акценты, комната сразу смотрится очень уютно. А пока штор нет, ну прям как чего-то не хватает. Тоже обратите внимание, розетки для телевизионной зоны сделаны, нижний ярус розеток. В целом розеток по комнате достаточно. Сразу рядом справа расположилась следующая жилая комната, 15,2 квадратных метра. Давайте тоже с вами ее посмотрим. Здесь комната у нас оформлена, ну, наверное, либо под кабинет, либо под детскую комнату, чтобы такому ученику хорошему. И шкаф для одежды. Вот нравится, не знаю, как вам, вот давайте, может, порассуждаем в комментариях, как вам, вот когда столешница в окно, и вот этот естественный свет может идти от окна, и в целом вся мебель, она располагается по обе стороны от окошка. Мне вот очень нравится, например, у меня у ребенка тоже в таком формате оборудована детская комната. Очень удобно. Справа ящики, слева шкаф для одежды, посередине столешница. Вот мне такие варианты очень-очень импонируют. Почему этот шкаф у нас, не шкаф, а даже вот стенка, я бы сказала, вся вот эта остается у нас к продаже. 15,2 площадь комнаты, ламинат на полу, стены, обои. Также розеточки под, если кровать ставить сюда, да, под зону изголовья, дополнительное освещение на стене. Третью жилую комнату будем с вами смотреть. Она у нас самая большая в доме. 16,3 квадратных метра. Ламинат лежит на полу. Стены оклеены обоями. Шторочки уже у нас повешены. Потолок натяжной матовой со осветительным прибором люстры. Что ж мне сегодня везде точечные светильники хочется установить. Обращайте внимание, что сплит-система у нас есть по комнатам. Тоже такой приятный бонус. Дом уже полностью у нас подготовлен к продаже. Все документы в порядке. Ни залогов, ни обременению объекта нет. Напомню, что 2017 года постройки дом. И подходит у нас объект здесь и под ипотеки, под сертификат. В общем, готовы рассмотреть разные порядки расчетов. Так, телевизионную зону с левой стороны мы тоже здесь присмотрели, что все у нас на месте. Да, если вдруг телевизор захотим установить в спальной. И с комнатами жилыми, пожалуй, мы с вами закончили. Итого резюмирую, 3 жилые комнаты, 2 по 15 и 16 квадратных метров. Санузел у нас остался неосмотренный. Давайте смотреть, 4,8. Площадь его составляет почти 5 квадратных метров. Вполне достаточная площадь. Большая угловая ванна прямо по курсу, прямоугольной. Вот на планировке у нас вот санузел, да, больше к квадрату. 2,5 на 1,9. А вот смотрится, да, ближе как такой прямоугольник. Но хорошее помещение, просторное, тоже здесь все на своем месте, всему место нашлось, как говорится. Плиточкой такой симпатичной все это облицовано. Ну и дом в целом по тонам подобран так, что глаз ничего не режет. И очень приятно там находиться. Сантехника в идеальнейшем состоянии. Такой, немножечко добавить мебели, и в целом можно заходить и расставлять тапочки, спальные места добавить, а так все основное у дома уже в наличии у нас имеется. В целом с домом, друзья мои, мы с вами закончили, все осмотрели. Напомню, что мы сегодня с вами станица Новотитровская, дом у нас 100 квадратных метров, на 7,5 сотках земли, 12,5 миллионов рублей стоит. Если такой объект подходит, ID номер, вот этот, не забудьте записать в верхнем левом углу, чтобы мы могли быстрее ответить на ваше
вопросы. Не забывайте, конечно, подписаться на канал. Буду вам очень благодарна. И благодарю вас за просмотр. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».